Шпароносная черепаха – один из самых спокойных, неторопливых и молчаливых обитателей контактного зоопарка планеты обезьян. Особь молодая, ей 10 лет, вес около 8 килограммов. Но этот вид – один из самых крупных в мире. Вес взрослой особи часто достигает 100 килограммов. Жить такие черепахи могут до 150 лет. У воспитанников одного из лабинских детских садов именно этот обитатель выставки вызвал наибольший интерес. Погладить черепашку захотелось каждому. Всего в Лабинск приехало около 30 видов экзотических животных, птиц и присмыкающихся. Больше всего обезьян. Мартышки, макаки, игрунки и тамарины. В естественной среде их можно встретить в Южной Америке, Африке и других далеких континентах. Благодаря планете обезьян лабинские ребятишки знакомятся с экзотическими приматами, не выезжая из родного города. Мне запомнилось животное обезьяна. Она смешная. Ну, как она выглядит, как мартышка. Не меньший восторг у ребят вызвали рептилии. Налицо ужасные, но, видимо, как в известной песне, внутри добрые. И дети это почувствовали. Мне понравилась бородатая агама, потому что у нее на спине сзади такие колючки. Также на выставке можно встретиться с огромными попугаями, 4-метровым сетчатым питоном, тигровым питоном, императорским удавом, пауком-птицеедом и другими живыми экспонатами. Приехавший зоопарк контактный, поэтому каждого обитателя можно взять на руки, погладить и сфотографироваться. Это очень познавательно, во-первых, и воспитателям это помогает, потому что воспитатели в теории это все рассказывают, да, за животных, допустим. А когда есть еще такая возможность в практике, посмотреть, потрогать, и дети очень это как бы запоминают все, и им это очень-очень нравится. Выставка «Планета обезьян» ждет гостей в здании городского музея. Работает с 10 до 19 часов без перерывов и выходных. Познакомиться с экзотическими животными можно до 12 июня включительно. Татьяна Щукина, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба». Yeah.